быстрее, выше, сильнее. В универсальном спортивном комплексе поселка Афипский прошли малые Олимпийские игры. Соревнования приурочены ко Дню защиты детей. Спортивный победный настрой собравшимся подарило зажигательное выступление акробатов студии «Диана». Церемонию открытия посетили почетные гости. Глава района Андрей Дорошевский, депутат законодательного собрания Сергей Орленко, директор Афипского НПЗ Алексей Сидоров. Андрей Дорошевский поздравил участников состязания с Днем защиты детей. Спорт – это здоровье прежде всего. А когда есть здоровье, остальное уже как само собой прилагается. Поэтому я желаю, чтобы от сегодняшних мероприятий вы получили максимальное удовольствие, провели его весело. С напутственным словом к ребятам обратился и директор Афипского НПЗ Алексей Сидоров. Вы трудитесь очень серьезно, и поэтому к вам такое очень большое внимание со стороны и завода, со стороны администрации. Поэтому еще раз с праздником. Поздравляем с Днем защиты детей. Поздравляем с Днем начала малых Олимпийских игр. И пусть эти малые Олимпийские игры дадут большой первый шаг к большой Олимпиаде. С праздником! После церемонии открытия и показательных выступлений стартовали соревнования. Воспитанники отделений спортивной школы поделились на команды и состязались между собой в различных дисциплинах. Ребята поучаствовали в эстафетах и на скорость пронесли воланчик на ракетке. Юные спортсмены горячо поддерживали своих товарищей.